Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас погрузчик Амкадор. Модель. Сейчас я вам точно скажу. 330-24. Смотрим. Резина. Заднее колесо в хорошем состоянии. Протектор на остатке где-то около 50%. Переднее колесо новое, ковш в хорошем состоянии, второе переднее колесо тоже в отличном состоянии, здесь вот немного есть подварено, остальное в целом все без сварки. То есть модель Амкадор 332C4 2009 года выпуска. Поворотные все на в порядке. Заднее колесо тоже в хорошем состоянии. Двигатель D260.2. Получается шестицилиндровый двигатель. Все электрики в порядке. Полностью рабочий погрузчик. Друзья, если ищете такой, обращайтесь к нам, звоните, пишите.